Винниченко. Хороший аут и неплохой розыгрыш под удар выводили сейчас Руслана Гордиенко. Была возможность у него, по крайней мере, подумать о том, что удар возможен. А вот теперь Садов приложился, Кортнев отбил. Как бы то ни было, свисток арбитра. Разбег, удар поворотом. Кортнев достает мяч. Не получается у него пробить никого. Садов. Нарушений правил нету, говорит арбитр. И продолжать игру. Пухов в атаке. Не стал выходить Шильников. Пухов в штрафной площади. Пухов в передачу. Поворотом ударить. Бабенков пробивал, но не дошло дело до вратаря. И подача вновь на ближнюю. Кортнев выходит, атакует Кортнева, но показывает Ануфриев, что еще один угловой мы сейчас должны увидеть и должны его футболисты «Динамо» подать. За пределами штрафной площади. Ну, хотя его работа очень четкая, и она будет легко заметна. Если забьет гол Журавлев, то других вариантов нет. Всегда доверяем главному арбитру, вне зависимости от того, какое решение он принимает. Тем более, что оспорить мы его не можем. Потеря в центре поля. Гордиенко пяткой. Удар поворотом! Вы вспомните фамилию вратаря «Динамо»? Шильников, Шильников. Но опять сложновато искать в памяти эту фамилию. В штрафной площади «Динамо» удар поворотом. 1-0. Свисток арбитра. Садов, Коржунов. Хороший удар поворотом. 2-0. Подбор за динамовцем. Еще одна попытка в штрафную площадь мяч отправить. Гордиенко с мячом под левую брал. Гордиенко поворотом. Рикошет. Еще один рикошет. Отбивается факел. В правозащите Дмитрий может играть. Не предполагал этого Сергей Владиславович Сопнев. И в прошлом сезоне, насколько я помню, не использовал его там. А Васильев использует то пространство, которое ему предоставляет защитник. Факел в штрафной площади. Удар. 3-0. Александр Васильев. Длинная, длинная заброс, длинная передача. И эта передача точная. Коржунов, Коржунов в штрафную площадь. Удар поворотом выше. Вместе с Дмитрием Кортневым состав тренерского штаба молодежки «Факела» пополнил тренер основной команды Руслан Наблаев, который в прошлом сезоне и на протяжении многих лет. Еще один момент у динамовцев. Еще один удар. Кортнев не достает. Тоже не получается зацепиться за этот мяч. И Калугин в одно касание. Красиво. Котов. Снова Котов. Садов. Заброс в штрафную площадь. Журавлев получает мяч. Штанга. Садов. Хорошая передача в штрафную площадь. Есть возможность поворотом пробить. Чиповский бьет поворотом. Борьба, еще борьба. И Поляков. Но не выносить передачу, сделать точную на Батищева не получается. Раз за разом все-таки есть ближе к тебе партнеры. Почему с ним не сыграть? Почему такие сложные истории придумывают иногда футболисты «Факела»? Ответ на это пока мы не узнаем. А узнаем, будет ли гол. Еще один. Кортнев выручает добивание. 5-0. Свистка играем всегда, и сегодняшняя игра не исключение. Юлагин пошел, пошел. Есть возможность, есть передача на Полякова. Поляков в штрафную площадь. Под правую брать, поворотом ударить. Хороший момент у Полякова. Осознанно нарушал правила. Калугин. В штрафную площадь, передача. И Кортнев выручает. Выручает Кортнев. Двойной сейф от Дмитрия Кортнева. Знакомиться, но вот сейчас Евгений Кушталов самый опытный в атакующей линии «Факела», хотя в прошлом сезоне не часто мы его видели. Калугин сейчас сожаление вызывает у болельщиков «Факела». И момент у «Динамо» 6-0. Ну как дают расстреливать Кортнева? Как дают расстреливать Кортнева?
Продолжает Динамо атаковать, не останавливаются они. Мало им шести забитых. Еще хотят потревожить Кортнева, Сафронова, Бабенкова. Калудин с левой, Кортнев. Ну, такой заберет с легкостью. И Бабенков помогает ему Крюков. Снова Бабенков. И Гордиенко врывается в этот междуусобчик. Делает передачу налево. И хорошая атака Динамо. Ну, еще и пенальти мы не видели. Давайте посмотрим пенальти. Даже с трибун доносится, что это абсолютно железобетонная точка. Дмитрий Кортнев. Арбитра. Разбег. Удар. Кортнев! Блестяще! Дмитрий Кортнев! Кортнев. Будет двойной сейв. И второй берет Кортнев. Вот он, Дмитрий Кортнев. Он показывает всем, для чего он играет в молодежке и как необходимо играть. Как необходимо в сложных ситуациях выручать свою команду. Двойной сейв с пенальти Дмитрия Кортнева в концовке этого матча.